Здравствуйте, друзья. У нас такое небольшое сообщение. Позвонила Светлана Каф и сказала, что есть о чем поговорить. И она приедет в наш офис. И не одна. Так что воскресенье это будет. Я сделаю прямой эфир, мы не будем записывать, а просто сделаем прямой эфир, как мы обычно делаем. Так как-то живенько получается. Соответственно, сегодня среда. Какой? 18-е, да? Честно говоря, у меня как-то сбивается. 18 декабря, соответственно, 22 декабря к 11 утра мы договорились. Ну, тут есть проблемы трафика. Это не то, что Светлана живет рядышком, она живет на самом деле не близко. Вот поэтому ей надо еще доехать. Соответственно, это может начаться не прямо в 11 утра, вон по-нашему, или там, или в 9 вечера у вас, а может начаться на 15 минут, там, на 20 минут позже, просто чтобы вы знали. Те, кто подписан в Телеграме на наш лист с оповещениями, те узнают из листа с оповещениями, а те, кто нет, значит, ну, в конце концов, можете записаться на этот лист. Вот, или просто помните, или в конце концов в записи поглядите. Соответственно, принимаются вопросы заранее, вы можете их написать в комментариях под этим видео. Принимаются вопросы живьем во время эфира. И я хочу сказать, что нам в целом удается очень неплохо отвечать на вопросы. Вот последний раз мы практически все, что спрашивали, мы все ответили. И из заранее заготовленного, и из эфира. По моим наблюдениям, то, что спрошено заранее, имеет больше шансов на то, чтобы быть отвеченным. В общем, такая вот история. Хотя, в принципе, мы собираемся, потому что у Светланы там есть что-то, что она хочет рассказать, но параллельно с этим есть возможность задать вопрос и, соответственно, получить ответ. Еще я хочу сказать, что у нас есть люди, которые не то что душой переживают за то, что происходит у нас на канале, они даже деньгами. Ну, бюджет ограниченный, как видно, там они прикупят там сотенку дизлайков, там, может быть, я не знаю, там где-то две сотенки прикупят. Вот, и так хорошо, знаете, с авторской стороны, когда смотришь, откуда лайки, дизлайки, там, подписки и так далее, очень хорошо видно, как в один день, значит, там, все это, 90% всего, что приходит, там, приходит в один день. Вот, друзья, наблюдайте за этим, за дизлайками на этом видео. Я думаю, эти люди не смотрят содержание, а так чисто ориентируются по внешним каким-то признакам. Иногда говорят: Михаил, а почему под этим видео много дизлайков? Отвечу. Прикупили. Вы можете спросить, а почему тогда так немного относительно? Бюджет маленький. Маленький бюджет, друзья. А вот мы движемся. Это пожарная машина едет, смотрите. Даже не одна, две. Это не значит, что пожар, кстати. Это значит, что, может быть, там скорую вызвали, и они обычно вместе приезжают. Хотя тут сразу две почему-то. В общем, может быть действительно что-то случилось. Они на все аварии выезжают. Да, все, друзья, еще раз. 22 числа, 11 утра по Калифорнии, мы встречаемся со Светланой, и не только со Светланой, в нашем офисе. Задавайте вопросы в комментариях под этим видео. Счастливо!